X-Factor приходит в Беларусь. Если ты хочешь стать звездой, у тебя появился шанс осуществить свою мечту. Белтелерадиокомпания, как обладатель прав на этот проект на территории нашей страны, объявляет национальный кастинг на X-Factor. Наша команда уже совсем скоро проедет по крупным городам Беларуси и, конечно, оценит таланты в столице. У кого не получится прийти на личную встречу, видеозаявки примем по интернету. Дебютировав в британском эфире в 2004 году, шоу завоевало сердца зрителей в разных уголках планеты. Проект реализовали в 56 странах мира, где его посмотрели в телевизионном эфире более 500 миллионов человек. В интернете же аудитория у X-Factor еще шире. Ролики каждого выпуска регулярно попадают во вкладки «Тренды» на YouTube. А победители стали популярными фигурами шоу-бизнеса, многим из которых удалось построить успешную артистическую карьеру. Самое удивительное. Грандиозное. Захватывающее. Непредсказуемое. Лучшее мировое шоу X-Factor приходит в Беларусь. Накануне в Минск прилетел исполнительный продюсер шоу Джонатан Буллен. Сегодня он впервые встретится с командой Белтелерадиокомпании. Вместе проработают все нюансы подготовки масштабного проекта к эфиру, от проведения кастинга до логистики и технических аспектов. Больше подробностей о запуске X-Factor в Беларуси смотрите сегодня вечером в программе «Панорама».